Honda Accord. 97-й, 8-й год какой здесь, не помню. Поставили котел, сняли бампер, поставили вот сюда вниз. Тут подкрылков нет ни хрена. Ну, пробный первый запуск. Вот так тут все замострячили. Центробежка здесь. Тун-тун-тун, подача отсюда, из-под трамлера в печку. Ну, можно было брать обратку, туда хер подлезешь просто. И подачу сделать обратку, вернее, сюда. Насос здесь стоит. Топливо взяли с обратки, с рейки. Жужжит, жужжит. О, раскручивается это кулерочек. Тут что у нас, CR или CRT? Я что-то забыл. CR. CRT. CRT. А почему башка синяя? Может, должна быть красная? Или там что? Или, или на, на евриках красная? Да, или? На евриках красная. Стоит. Может быть, 24, я уже забыл. Который... О, молоточек застучал. Да там пока ничего не одевай, не надо. Ну, ты чё в час не приехал? Ну, ну, до двух ждали, блядь. А, Танька? Распал, ключ. Ну, бывает. Чё это хуя? Да котел ставим. Блять, будет работать, блядь. А что крючок? Насос качает, топливо. Нихуя он, блядь, не работает, походу. Бензин нахуй. Да почему? Сейчас посмотрим. Что-то, что-то отдает. Сейчас топливо еще прокачаешь. Не, ну у меня он стоит, он сразу бах-бах-бах, это только закачал, погнал. Да дай ты мой первый запуск всего лишь. О, пошел выход. Греется? Как уебет нахуй, пизда. Да потушим, блядь, тут пожарная часть рядом. Да греется вроде. Ну, было 53 в системе, сейчас посмотрим, ЖК. Сколько здесь? 54? Да он должен нагреть до 80. Ну, максималка стоит, я поставил 15 минут работы. Максималка, минималка 55, максималка 80. О, начинает прогорать, все испаряться. Он сейчас должен шустрее качать насос. О, ну все, пошел это, раскураживается. Там еще выхлоп заплющенный. Блять, ему нормально надо продуваться бы, да? Надо было его там расширить, трубку расширить. На продувку это тоже влияет. Он сейчас выходит на 7 киловатт, ой, на 7 тысяч оборотов, по-моему. 58. Аккума 11 вольт показывает. 9 тысяч оборотов уже. 53 герца на щелчок. Ну, обгорает, вонь пошла. Ну, пока тестирую, ладно. Хотя...
что там? 67. Видишь, он был уже на 53 градуса стоял, он нагретый уже. Что там? О, уже другие патрульки, да? Или были такие, не? Да нет. Сейчас до 80 накочегарят и выключится. Главное, нигде ничего не бежит. Ничего не капает, иди не сопливи, да? Кто делал? Ну, кто делал? Спецназ делал. А дома не уйдется. Все. А? А дома не уйдется. Да он так приехал. Все. И кирпичей ничего не было. Если вот так вот. Если это вот так нормально, то значит... Она открытая была, дырка была в этот. Ну да, там стоял абсорбер, его сняли. Так это что за хуйня? 73 уже. 8, 73, да? Ну это на морозе котел включаешь, он греет двигатель. Предпусковой подогреватель. Ну, вибаста, короче. Бильшпехер, бинар, там какие там еще есть. Будвайзер, что там еще есть. Что он стоит? Ну вот с установкой, что, 30. 35 с установкой. Стакан, пол стакана бензина и нагревает полностью за 15 минут двигатель. Потом вот смог. Завелся. Но он питается от бака же, центральной системы. В 75. Ну, нормально работает. Бляха. Блять, может у меня на бензине попробуем запуститься, да? Нет, там написано в инструкции. Там дизель, ну, запрещено эксплуатация на бензине, только дизель. Но тени на морозах запускаются минус 50 градусов. Как у тебя. Их берут с Алихар туда, на самые таежные места. Все скидывает. Мужик звонил, говорит, на Ниве, говорит, бинар стоит. Минус 50, он в ошибке уходит, новый, говорит. У пацанов, говорит, там эти вибасты дорогущие, там, нихуя не работают. Китайцы, говорит, поставили. Похую мороз, и бы, говорит, пшух, пошел. Эти все в отказ. Температура низкая, тосол густой, там, в ошибке уходит, короче. А этот жик-жик запускается и пошел, поехал. На него ты вылазил в тайги. Что-то там про свечи говорил, что здесь свечи там какие-то новые, кстати, там керамики или чего-то, знаю, что там. Семьдесят шесть. Видишь, к 80 подходит, все избавляет. Что ты себе лужу поставь? А? Котел. А ты как греешь? А? Как греешь-то? Что-то всегда. Это бензин вылетает. Кошмар. Ну да, кстати, бензин вообще. Я тоже себе поставил. Но... Вот у Дини Outlander этот, вон там стоит. Я ему дизель не поставил. Там на неделю хватает 2 литра, да? Не знаю, я себе бак на 4 литра сейчас поставил, блядь, 2 недели не уже. А, поставил, да? Покажешь, какую поставил? Что-то даже не видел. А потом надо за это. Короче, на солярке, я так понял, чище. Солярка, она более, ну, более ответственная, потому что сейчас
еврики, все эти евро 5, эти, ну, фуры, а бензин у нас попадается, то я вот пацан заправлялся здесь вторым, у него задымил, закоптил, месяц проездил, сняли на гару там просто отложение, кошмар. Я говорю, заливаем пятый бензин нормальный. Сейчас пока уже вроде ездит, это тишина. Видишь, бензин до хера со свинцом, тут хер помешь, что заливают. Что-то качает уже все, да? 70. Короче, какая-то сейчас ошибка вылезет, наверное. А. Ничего. А ты что, так он что-то оторвал? А, ошибка Е15. Е... Какая-то ошибка вылезла, короче. Ничего, ничего. Да хер его знает. Надо еще раз запускать пробовать. Ошибок не должно быть, по идее. Он должен продуться. Короче, он затух, а бензин что-то еще шлепал, да? Да, у меня сначала это тухло. То ли нехватка топлива, короче, сейчас показала. Что-то, короче, случилось. Е19. Надо смотреть, что за ошибка такая. Не, ну сейчас он все равно продуется, по идее, должен продуться. 19? 15. А, 15? Е15. Центробежка работает, да? Да все работает, он продает. Она кочегарит, ага. Е15. Сейчас он должен продуть ее, охладить. А! У него, короче, акума это. Да, да, да. Что-то он писал, 11 вольт. Подожди, какая Е15? Да. Нехватка. А ну-ка на, сейчас я померю вольтаж. Я подожди, потому что это в крузаке стоит. Вон когда акума дохнет, у него нахуй Е15 тоже влазит. Может быть это. Потому что он показывал 11 вольт, он уже должен был в это уйти в отказ. А, да, Е12. Ну он потому что выключился уже. Ну, считай, насос заглох. И свеча потухла. Свеча она поедет у кедра после запуска. 15. Ну и ладно, главное, что работает. Нагреться ему хватит. Потом выключит она по новой опять. Ну, ошибки сбрасывается, и потом по новой кочегарит. Ну все, отработал. Ладно, сейчас пусть остынет, проверим еще дальше.